Судебные приставы фиксируют, что на объекте ведется работа, в то время как весной 2016 года суд запретил осуществлять строительство на данном земельном участке. О решении суда собственников уведомляли не раз. Судебные приставы неоднократно приезжали на объект, где, как говорят юристы, иные лица ведут строительные работы. Многие являются гражданами Украины без разрешения на работу в России. Проводятся исполнительные действия. Я рекомендую не мешать. Ты что, не понимаешь, что вообще? Ты что, не понимаешь, что ты говоришь? Зачем еще раз говорю, находитесь? Троим гражданам, указанным в исполнительном листе, предписано заплатить исполнительский сбор по 5000 рублей с каждого. Максимальный штраф для работников в этой ситуации – до 2500 рублей. Судебный пристав-исполнитель, выйдя по данному адресу, обнаружил о том, что на данном объекте ведутся работы, чем нарушается решение суда, и в настоящий момент составляются протоколы об административном правонарушении, отбираются объяснения, и мы ждем собственника, который должен подъехать, пояснить нам, почему, собственно, это решение суда не исполняется. Представитель собственника утверждает, что закон не нарушен. По его словам, исполнительный лист распространяется только вот на эту бетонную конструкцию. В документах она фигурирует как септик, вспомогательный объект. Он показывает, что никаких работ там не ведется. Приехавший владелец участка демонстрирует решение суда, которое было вынесено осенью 2016 года. Объект, где ведутся работы, является некапитальным, так же, как, например, веранда или ларек. Я протестую, что у меня и ведется строительство. Это не я придумал, это суд решил и так далее, что это движимое имущество, она не подходит под исполнительный лист вообще. Поставить точку как в строительстве, так и в исполнительном производстве может только суд. В службе судебных приставов подчеркивают, они намерены систематически выезжать на стройку с сотрудниками полиции и миграционной службы.